Йова салут, стимас приятель. Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, собери фиксионалу. Эмират парк есть, окей. Так, лигатура межи, верифик депяло, телефон. Диваричи мафло. Ламамуни ансат, лабуникала, рэдди, гулмари. Нам шанса сажун гласей дел партизун острова был, сварила кишинал. Шазы храму сатвы. Храм он маймут, его калита бенцар, три сажун кшмарышка. Я зла господару нос примар. Дар штискум. Абынд маймут информации, диспри урмарин точисан темплан кишинал. Урмарин чфаши гувернаря ламени бунь. Пасиштин. Urmărind ce fac șorii și nu contează care denumire nouă i s-o ales. Văzând ce-a făcut ieri Tauber în Bălț, am luat decizia să ies astăzi în fața dumneavoastră ca să ne așteptăm emisiunea de duminică, deoarece ce se întâmplă este cam alarmant. Tak, încă o dată îți verific dacă suntem ok. Suntem online doar pe Facebook. Mulțumesc celor care sunt online și fac reposturi, distribuiri, ca acest mesaj să ajungă la fiecare cetățean din țară. Că fără reposturile voastre trebuie să recunosc că nu facem absolut nimic. Așa, parcă e tot ok. Că mai avem pe și o leac de lucruri pe Nograda să discut cu dumneavoastră și după asta să nu vă iau nici dumneavoastră din timp. Timpul vostru trebuie apreciat în primul rând. Так, сейчас есть, погнали. Итак, вас салют пе тот, чей, кари сунт держал онлайн. Я приветствую всех, кто онлайн и тех, кто посмотрит это видео в записи. Я написал анонс сегодняшнего видео, сегодняшнего лайфа. Пас. Шор, чуть-чуть Марины и чуть-чуть предвыборные аборты 2023 год. Сегодня буду говорить на двух языках для того, чтобы меня смогли понять все граждане нашей страны. Начну на государственном языке, тем более, что сейчас в первую очередь мы поговорим про партию власти, про партию ПАС. И для того, чтобы меня поняли все сторонники партии ПАС, там многие не знают русского языка. Я скажу на государство, потом обязательно обращусь к вам на русском языке. Аша, стимас приятель, стимас чета теньше, мулц, не стиматы, гувернари. Кто эти функции лекаревой любцини сан? Шану контязан, гуверн, парламент, варим пшиденцы. Еу, амавут пауза, вонан шпатру, дезелика, вой, веря, пасу, два демонстрации, как вы считаете? Сейчас попробую, у нас не горячо тусят, и на репучка мудро. Только оставаться вам, что с факт, что позиция парламентары. Карьера Яраши есть и тот массив президента ин парламенту Республики Молдова. Квы нас факут не ми контрунан шпатру лунь бун контру цары, поняли лукру кредка у фосту, перед сбор бьет. Trebuie să vorbesc adevăr. Dar 90% ați făcut durdom și nu contează. În economie, cumpărarea, vânzarea gazelor, energie electrică, prețuri. Zeci de mii de oameni plecați din țară. Deci dumneavoastră ați organizat un durdom. Numai că, dacă de la toate eșecurile dumneavoastră a pasiștilor au suferit cetățenii din țară și această incompetență cumva, eu sper că cu timpul va putea fi reparată, drept că ne faceți foarte mult de lucru celor care vor veni la putere după voi. Păi dumneavoastră pe lângă astea faceți niște aberații care puteți să băgați țara în haos
Шакушос эксплик диче. Шенкодата, чес месаж, ну, есть адресат гувернерии. Киес, ладеншей глухов танки. А чес месаж есть рекетри тот, чей каряу сусценут, сусцен пасул. К чей каря сау дезамазит, дежа аунцелес. К мажоритате лукрурлор мерган инкорект анцары. Ша чес лукрус сева видяла, алегерли парламентари ш президентяли. Чей каре и сусценец ши гувернаря? Ан доу ми доу зашуну таубер у кандидат ла бэлс. Софа кой день капим бэлс. О промис мариш сара, нефтеперерабатывающий завод. Никотенко бэлс у наре помэн пентро шэщава. Аэропорт, питерену, каре дефакт есть и помэн ту коряста свела момент ен району Рушканьшку бэлс у наре немик. Мариш сариш, дуамни ферешни. Чо факут начальник воштри димпас? Ей интратытал виктимизату питалбер ши партидушор, ка дупа аста практик фары мари ефортури боц базул чи сон тамплат ан Гагаузе. Шор пи бани фурас ди лауамень у факуту Орхейленду. Ла Орхейленду еще пут грати саду кта цара. Ан кудат шор ла МММ, МММ астай мавродий ши пирамида Кунускуты пентхей карисен наскуцы. Сау купиларита на униме советика. Яка часто пирамиду факуту шоршим политик. Лукру ли кускуат ли динале... кускосу диналезер ей ляу факут димул тюарш птим полуплаху тнюк. Кын лю скос кандидату ла пшибин тюар ла примар никотен келку плаха аэропортнер. Шивой пасу ацингицит мумяла лушор. Ши эйдас батая пещела шчинарю. Ел но в рот скштижи бэлсун доу ми доу зашун. Ей ау в рот си виктимизезала максим касли кряска партиту пшара, пицара. Живой уамень бонни энгелемели шфарминти. Ацмерс шемержи сын континуари ду па сценарю лушор. Даки ара дуар бэлсу доу ми доу шоу шей софа код энгагаузе. Шкумбаба упрец, кимбат стратегия. А сейчас лукру овесли аплаузиту. Дарвой континуац, целердикац минжа лапилевшин зуадиаз. Вой пасешти, вас прибивит 30 ласута дим примар дин цары, касаратасла партнери ди дизволтарик, каяка, уйтацева, ной, никотыдла, разбои, Украина, ракети, укпанцы, руши, ну че, ной, уркум, а вот он 30 ласот. Дара стоял себе. Дарвой аз континуац ку виктимизаря лушор. Вой прин леджи, прин куртя конституционала. Ац интерзис партиду шор. Ну мак вой лац интерзис пишор интрашамот, кум шпиалц коррупция с инчеркацией богатым пшкарей. Вой штиц кум ац дискис у фелди новый вид абортов. Аста кын сфащи аборт, дуамни ферешти, ла врофемеи, ор сфащи кесарева, а повышти ицкум аз дисфакут бурта, кашкум скуати скоп келу, ну мак аз базутка и морд шлацку сута на пош, лас ласата нутру. Я каше бой сфакут кутау беранду ушуну, а ша сфакут ангагаузя ку гуцул ша спердут. Ше не абынт минти ш компетенци, сыл глушица ше кум требы, Конкода трепер, йодин дум мешаешь пес пункел группари криминала, что требует склас на фараледи. Кумо спыням же дес при пиде, кондуз диплаха. Пас, луалес пшор, дорли комбинабил, к испарий, касы шменцы, электорату, звацы, пивой летер, кяка, и луп тук шор, к олигархии, к Москва, к нужчине. Лу шор и комбинеся рэпи рушу лорке луп тук режим Майя Санду, шикам. Жоку аста и аранжаза аста с пиамби. Дар ну и аранжаза пи уамени нормаль. Ши ну контязы. Уамень симпли сау поличень. Деуарищи вой астас не авынт инкодаты минти. Ши компетенции дистула си интерзыщи с кум треба. Астас йом ворбит ку маймул джуриш. Ши чей чо спус ерь тау берем бэлц. Квой
prin Curtea Constituțională ați interzis partidul, dar ulterior, prin Parlament, voi o leacă ați mai adăugat la decizia Curții Constituționale. Deci Curtea Constituțională a interzis în Parlament, partidul Șor, pentru cei care cunosc, dar majoritatea parlamentară au zis că ăștia care de la Șor au fost candidați, miniștri, deputați, nu mai pot candida nicăieri în următorii 5 ani de zile. De la început, în general, vreau eu ca toți membrii partidului Șor, 20 ori 30 de mii cât să ies acolo, nu m-a coprinit un cap de la europeni și zic, nu puteți chiar tot țara să o interziți, hai, opriți-vă la aleași locali, pasul, ieși contact, așa și-o făcut-o. Și voi le-ați lăsat azi posibilitatea ca ei să bălămutească oamenii și în Bălți și în toată țara. Voi ați, prin abortul ăsta, по новому пасовскому методу, știi? I-ați lăsat pe toți până la alegeri. Și nu contează, că e primarul din Isporeni, că e debilul ăsta de magaz, care voi ați lăsat închis din partidul transfuzilor. Dar ce mă crăstăți primari transfuzi care au făcut un partid de transfuzi? Nu s-au dus pe la altă. Voi, Lutauber, ieri la Bălți, mai nu i-ați dat listele, azi de-am mă gândit să fie dau noi. Voi creați, i-ați lăsat pe dânșă ce mi vii, ce mi violați și ia să zbat. Știi cum? Voi ca și cum ați trecut partid ușor pentru o grupă buhă și știi cum? O padrugă care a fost, vorbesc aici de partid, nu de o persoană concretă, care a trecut prin grupa buhă, cu vă 10 bețici la saună, dacă mă... M-am astea, m-am pilit cu 10, dă-și mă mai pilesc cu 20, înțelegeți? Ia că și faceți voi pasiștilor. Idiotismul vostru, și tu, că voi i-ați lăsat pe toți până la campanie, voi v-ați gândit, da poate să le amânați, că nu v-ați răzbirit cu Șor, nu v-ați răzbirit încă nu știu cine din opoziție. Până la urmă voi ați decis să le faceți. Eu credem că la voi tot e aranjat. Dar la voi și e aranjat astăzi. Când orașul meu natal Fălești, să știți, aici de la Șansa, au 8 vicepreședinți cu salarii și deja mai tincau și mașini, în Cahul, pentru a-l distruge pe Nicolae Dandiș, sunt 15 vicepreședinți partidului Șansa, încă o dată, 15 vicepreședinți, în Bălță sunt 22 ori 28, că voi mă victimizați pe Tauber, Марина Мандарина, а я сейчас пойду, смотрите, власть меня боится, не дает листы, что же мой департ, что вы межится куда-то до почти на двор. Марина, а я соколу кумпуй, потому что тот был, ну вот, юнс дихлофоска на слуптат ку Шор, дела шанс, сейчас пойду, ну так как я не могу участвовать, вот вам Бельцах наш кандидат шанс, я кавемун и бланка лунгула Орхей, o soscă de lupă Hătniuc, înțelegeți? Și iată, voi azi le ridicați mingea la Filioș, deja le inflați șansul. Voi ați decis să-l tochiți amut pe Vazrăjdenie Nistirovski, hătia acolo sunt mai mulți după Vazrăjdenie decât după partida Șansa. Voi și aici l-a ajutat Pișor, curățând partidul Renașterii, că oamenii azi cumva sunt bălămutiți așa care l-au susținut și-l susțin Pișor, ei nu înțeleg că e Vazrăjdenia lui Șor, că e Șans și voi la televizor tot hodorăziți că nimărui nimic, nu-i clar. Voi înțelegeți că voi ați adus pasiștilor încă o dată și nu contează Sandu președinte, Rician prim-ministru, oare ONG-ști și deputați care șed prin Parlament. Voi înțelegeți că azi zilnic, să fac cursuri de instructaj, cum să împărțească banii, să împărțesc și s-au împărțit deja milioane de lei, zeci de milioane, prin toată țara. Voi înțelegeți că astăzi, chiar la televiziunii voastre, așa numit presa liberă, o parte din cei care participă la instructaj, zilnic, învață cum să amăgească oamenii pe cei de la Șor. Îmblă și pe la televiziunile voastre. Dacă n-ați prezentați voi materialele, ați le prezint eu, dar iarăși asta nu este lucru în el.
Eu azi m-am pornit să reconstruiesc partidul nostru. Am fugarități perebeșii care au avut vreo 7-8 culori și ne-au venit primari și primari actuali. Eu n-am primit vicepreședinți de raion de la Șor, consilieri raionali. De la PD, pe la Nord, ребята, la vez pe domnul Chicu, ați lucrat pe dânsul, care nu-i place de Chicu, treaba voastră, duceți-vă. La Paschi ați luat voi, așa cum ați luptat voi cu PD-ul. La Nichifor Ciuchi ați trimis pe lângă voi. Voi creați sori mai mici a pasului. Deja aveți voi 5-6 partide, dar asta e o altă discuție. Dar încă o dată, deși astăzi, zilnic, deja, putem să spunem că se falsifică la indicația lui Ușor alegerile în țară și voi nu faceți nimic. Eu știu ce o să fac ca președinte de partid de opoziție, eu știu ce o să fac în Bălți și în toată țara. Că noi mergem nu în toată țara așa cum mergeți voi, să arătați că tipa aveți mare rating, dar ratingul toată lumea te-a fără la cap, înțelegi că așa e ratingul persoanei care candidează. Persoana care candidează își demonstrează autoritatea în sat și în oraș și consilierii care sunt în echipă. De asta, în comparație cu voi, noi în majoritatea localităților, eu să merg acolo, ne să văd cu oamenii trec în turul 2. Înțelegi? Să le văd capacitățile, să văd și oamenii au în consiliu și oamenii vor crea ulterior organizațiile primare. Vă știți că azi oamenii noi care au venit la partidul nostru, noi nu i-am pus nici scrii cereri în partid. Înțelegeți? În comparație cu ce își faceți voi pasul cu data. Nu vorbim numai despre voi. La voi tot e ciotcă. Gazul e cel mai ieftin, spune la televizor. Nu cel mai ieftin, nu știu că serviciile erau cel mai ieftin pentru căldură, energie. Și gazul a fost, dacă nu și-au mai ieftin, oricum foarte bun și mai departe. Că voi sunteți un partid de mincinoși ca și Șor. Asta nu e clar. Pur și simplu Șor amăzește cu natura, că le mai dă o leac de combicorm, greci, cu tușoncă pensat. Dar voi dați cu minciunile, cu populismul, cum i-ați dat și în parlamentarii când ați obținut 63 de voti. Așa că, pasiștilor, dacă nu vă duceți capul să reparați situația, și cum unii din voi spun, poate au mai chicat vă 10 rachete pe la Odessa, vor să întrerușim Odessa ca să avem temei, să anulăm alegerile și să discut acolo pe la voi. Ieșiți și spuneți că din cauza că voi sunteți competenți și Șor în campania să fac ce au vrut, cum au făcut data trecută în Bălți și în Chișinău, și de asta voi nu sunteți în stare să organizați alegeri transparente, corecte, ca să fie lupta programelor electorale. Și nu încercați aici să-mi spuneți de socialiști, că am văzut trolii voștri. Uitați-vă că Albu s-a întâlnit cu Miller la Gazprom. Și, da, eu înțeleg, primarul Chișinăului și prietenul la gaz n-are nicio treabă ca primarul de Cahul, Bălți și restul. Ei încearcă să-și înfle cumva ratingul. Dar nu vorbiți de socialiști, că tot asta pasiștilor o faceți voi prin platforma prietenilor, președinți, miniștri de interni care va vină în deplină campanie electorală și voi scenariul să-l ați pregătit și pentru prezidențiale. Дурних нема. De asta, не можете, не мучитесь. Luați și recunoașteți măcar o dată că sunteți cianici și nu aveți posibilitate să organizați alegeri și luați o decizie. Că cei și-a spornit voi, când deja unii sunt înregistrați, alții și-au depus actele, alții trebuie să depui mâini. Amușii începeți lupta cu Tauber la Bălți. Marina Tauber tipa luptă cu regim Maia Sandu în Bălți. Cu Migar Dodon, aceeași luptă cu Migar Dodon s-a dus consilier municipal care luptă cu pasul. El s-a dus să-i facă padleană lui Ceban. Opriți-vă, vă rog. Eu o să ajung în fiecare sat din țară. Voi aveți noroc că mus locale și eu mi-am dispăcut tot graficul vizitelor. Agenda plecării în diasporă. N-am ajuns în mai multe țări europene, n-am ajuns în sate, orașe din țară, dar eu am trebuit să le-a să ajung până la prezidențiale, până la parlamentare să fie trecut tot țara. Și toate minciunile voastre să fie distruse, cum să fie distruse minciunile lui Șor. Încă o dată, pur și simplu, așa din banii furați ce vă face, dar voi dați cu bodoganitul. Teper перейду на русский язык. Для того, чтобы меня поняли все граждане страны, все жители,
и в первую очередь бельчане. Почему в первую очередь бельчане? Потому что вчера новая афера партии ШОР началась именно с Бельц. Поэтому я обращаюсь особенно к бельчанам, потому что это же упражнение партия ШОР сейчас будет делать в других селах, городах. Значит, начну с Марины Таубе. Марин, мы знакомы с тобой очень много лет, когда ты была еще совсем юной девчонкой, я был молодым и красивым. Сейчас остался только красивым или только молодым, а может и не того, и не другого, в отличие от тебя. Да ты выросла, пошла в политику. Знакомы мы с тобой лет 20, наверное. Это было твое решение, идти в партию ШОРа или в какую-либо другую. Хотя ты же была среди тех, которые пострадала, я помню разговор еще в Москве, когда на тебя повесили какие-то компании, кредиты, там я уже не помню, которые участвовали в краже миллиарда или в чем-то другом. И ты благодаря судьбе, а может быть не судьбе, может быть где-то там за тебя кто-то решил, ты осталась на свободе. Да, твоя тактика по Бельцам в 21-м году — хвалить то, что делал Усатый, и говорить о том, что сделают то же самое и больше. Эти не сделают ничего. В то время как дураки, твои конкуренты, ходили, меня где-то оскорбляли, за счет этого ты набрала почти 50% первым делом. Марин, тогда ты боролась типа Спас, типа с Григоришиным, других ты вообще не называла. Марин, тогда тебе повезло, что у нашей партии не было кандидата в Бельц. Поэтому за 5 минут в последний день ты зарегистрировалась для того, чтобы не обломаться. Почему не обломаться? Потому что вы боялись тогда, вы провели опросы, вы увидели мой рейтинг в Бельцах как кандидата в примары, если бы я пошел. И вы понимали, что если буду участвовать в выборах я, то вам в Бельцах ловить нечего. И вы в последний момент увидели, что не идет, супер, все, пойдем, мы сейчас там. Марин, я отношусь к тебе, к вам, как к женщине, как к человеку, окей, как политику ужасно. Потому что все, что связано с ШОР, это просто бордель за украденный и у жителей Аргеева и всей страны. Значит, сегодня вы пытаетесь в Бельцах повторить то же кино, которое вы сделали в 21-м. Во-первых, я хочу вам сказать, что в Бельцах вами будет заниматься не партия власти, потому что они никакие. И звать их не так. В Бельцах сегодня вы столкнетесь со мной. Значит, я, если не выхожу каждый день и не комментирую, как вы каждый день врете пенсионерам, и с такими ресницами, с такими же байками выходите, дурите пожилых людей, людей, которых обманывали разные партии за последние более 30 лет молдавской независимости. Вот это я считаю политической мерзостью. Так же, как и ваше обещание в 21-м году, мы в Бельцах построим нефтеперерабатывающий завод. А в Бельцах нет земли про это. Для этого, для начала. Мы построим аэропорт в Бельцах. И вы врали, потому что земля, где находится аэропорт Ледвин, он находится в Рыжканском районе. Вы врали, и вы не хотели даже выигрывать Бельцы. Вам важно было по максимуму понаобещать, что вас сняли. И сказать потом бельчанам, вот мы так много хотели сделать, но мы не успели... Не смогли, потому что нас сняли и так далее, и так далее. Послушайте, вы устроили дурдом в разных населенных пунктах страны, но хочу вам со всей ответственностью сказать. Марина, это касается не тебя, а твоих начальников, и неважно, они в стране или за границей. Значит, я не буду ходить, писать заявления, давать показания, так как это делают некоторые, так как это делают некоторые коллеги даже сегодня на вас или сделали раньше.
Я просто начну вас ловить по бельцам, как бешеных собак, которые могут заразить детей СПИДом, понимаете? Потому что сегодня весь этот лохотрон, который вы устроили в бельцах, и так как вам без стыда и совести вы врете людям, особенно пожилого возраста, да, это просто настолько мерзко. Еще раз, эти люди живут в бельцах, живут другие люди. И когда в прошлый раз, еще раз, вам повезло, что они пошли голосовать за вас, голосуя против того же Григоришина, когда кандидат от партии социалистов занял 4-е место после ПАС в бельцах, значит, вам все было тогда на руку. Но еще раз, вы даже вчера, когда вышли, Марина, я посмотрел это видео, почти все хочу. Я иногда смотрю за абонентом. Вы даже вчера, вместо того, чтобы выйти людям сказать правду, послушайте, нам желтые не могут дать участвовать в выборах, потому что мы возили в мешках, что-то нашли, что-то не нашли, но режим туда-сюда. И мы честно идем с партией «Шанс». Ведь ваш основной план в бельцах – это кандидат от партии «Шанс». Вы понимаете, что вы не можете участвовать после всех тех решений, которые пасюки приняли, вы не можете участвовать в выборах. Ни вы, Марина Тавер. Поэтому нет сегодня вашего примара Аргеева, и вместо него вы взяли эту прокладку Плохотнюка из трусов в виде честного журналиста с публики, мерзавца, который сегодня его примар Аргеева. У вас партия «Шанс» – это ваша основная. Вы нервничаете, что многие сегодня думают, что возрождение этого. Нет, возрождение – это проект других людей в Москве, и вы к этому имеете там очень опосредственное отношение, понимаете? Еще раз, если вы хотите участвовать в бельцах как шанс, и если желтые вас упустили, это ваше право. Вы можете выходить, как и все партии, с какими-то программами, с какими-то дебатами. Еще раз, ни в коем случае не возражаю, чтобы вы шли, если вы можете от этой партии шанс участвовать. Но вот эти искусственные завышения курса доллара и вот эта наперсточная кампания для того, чтобы разозлить пенсионеров, простых людей, да, ой, вот Мариночке бедной не дают. Да Мариночка и не могла, и она это знает. Просто для того, чтобы легче вас перевести в шанс, это я говорю сейчас бельчанам и всем русскоязычным гражданам нашей страны, где эта партия будет участвовать, да, они, значит, это делают для того, чтобы разжечь максимальный костер, пару протестов и так далее. Я понимаю, что сегодня люди многие живут за чертой бедности. И у нас, знаете, как в Молдавии, люди честные, если взяли там 500 или 1000 рублей за того, чтобы пройти голосовать, они честно идут, голосуют. В других странах берут и голосуют наоборот за других. У нас в стране по-другому. Я понимаю вас, бедных людей, которые вы берете деньги. Это право, ваше право брать деньги. Еще раз, я не собираюсь за вас решать, кто будет примаром бельц, кто будет в муниципальном совете, кто будет в других городах страны. Но я категорически против, чтобы вас превращали просто, отключали вам мозг, заливали туда свекломицин и зашивали голову обратно. Мы сегодня, если хотим провести выборы, мы должны их проводить. Но еще раз. Если будет продолжение того же, и те же комбинации, и те же мешки денег, как это было в 2021 году, слезы за деньги и так далее. Еще раз говорю, шорики, я вас просто буду ловить, и у меня с собой будет дихлофос. Потому что я не собираюсь с вами цацкаться и церемониться. Потому что есть люди, которые, к сожалению, как многие меня критиковали, когда я там с мусорной мафией в бельце говорил, на понятном для них языке, да, про закатая в асфальте и так далее. Вы должны понимать, что есть сегодня животные в стране, которые кроме силы, к сожалению, ничего не понимают. И я всегда был и буду всю свою жизнь человеком, который всегда будет на стороне слабых, на стороне тех, кто защищается, а не на стороне мерзавцев, которые сначала ограбили банк, и какие-то компании, а сегодня хотят загнать и заложить всю страну.
Так же, как, поверьте мне, давным-давно заложен тот же Аргеев. Значит, Бельцах этот номер не пройдет. Люди будут решать, за кого голосовать. Но вся эта пропаганда мерзость и мешками с леями, вы просто, я вас буду шорики ловить, и в эти леи будете есть, и в лаве будет смотреть вся страна на этом. Потому что с вами по-другому нельзя. И то, что сегодня ПАС является просто чайниками и безмозглыми, и нету ни одного умного ни в президентуре, ни в правительстве, ни в парламенте, вы до сих пор живы, это их недоработка. А я, поверьте, и наша партия, и все нормальные граждане страны будем работать на то, чтобы с молдавской политической арены исчезли и эти идиоты из ПАС, но и такие жулики, воры, шарлатаны, как вы. И неважно, как вы называете. Я хочу поблагодарить всех за репосты, чтобы это видео увидело максимальное количество граждан страны. Я у бабушки в родном селе Радио Мария. Сегодня храм села. Заеду к бабушке на кладбище, уже ее несколько лет нет с нами. Но, чтобы вы знали, в отличие от других политиков, я переверну камеру, потому что солнце. Значит, в отличие от других политиков, для меня родительский дом это и в селе Радио Мария, где я вырос у маминой бабушки. Сейчас вам покажу, как тут все аккуратно, чисто. И спасибо людям, кто занимается. Я не продаю дом в Фалештах, потому что я не хочу уезжать жить. Ни в США, ни в Бухарест. И несмотря на то, что даже жил в Москве, я предпочел много лет назад вернуться домой, и вы это знаете. Сейчас для добрых людей, для тех, которые... Неважно, живете вы в городе или в селе, особенно для тех, кто живет в городе, у которых нет, к сожалению, родительского дома или дачи за городом. Сделаю вам маленькую экскурсию по бабушкиному двору, потому что здесь нету сантиметра, где я бы не вложил своего кусочек сердца, свою душу. И многие, может быть, видели. И в чей коридоре с привязкой, куда-то? Киочам обо диспоз воспон, даракома пцен. Лама Муня Ларидил Мали. Я-то уйтасва. Просаду. Дребкаста у опорут. Мамуня рамвяца, да ну я рассади димини. Да юнку посел тут фарти батрыни, катын коридор уже 3 метри. Уйтасва и плинди просади. Уйтасва шпаму фрумаса лама Муня капшону. Ши капшон есть, ши краска, шпама албан. Шамуша зварат кытива туфи дипуама дела. Дела... Дела фалештиной. Денсак. Ну и для фалештиной, для молдаванка. Канера Микус. Это паму розовый. Ну что, скорее, на месте кинусант агроном. Даю паму супер густуасом. Дребку нос посмыка кутет кожа. Шутац ваша. И еще это мамуня дикану дичадат. Маймулца... Маймулц господарь еще, а дика уни, ау грижи. Дивограды, прошеск, ляга пама, о курс, я капун попшой, картофь. Мама, одичис. К уамни карлу кряза. Сунт ништинандяний, карему ботизат шнудвар. Каисы еи. Сыш еи. Шидела кот еще принес, грыл, пурум, сахар, росариты, флорес, варвы. Гимпамы, сышфа, кызину, импортан, сви, курат, пастрат, прошит, сну, кищи, сайба, грижди, курацит, купащик, ны, ускат. Майвин, йо, вара, пищ, шаз, вода, цама, дакай, доушуной, и храм, ламамунян сад. Астрек шпиладен саста спила чемитир. Дар звары так еще господарей. Астя. Так, сантворк. Сантворк камера. Так, я кану куиста лампус йоку пощел микуц. Фантастик ши димари. Креткари в рюдоузы с Димитрием Налцими. Шутац валанор дведец. Кважа нишнари дигант. С плечи делануч. Чейдла норд, сьюка. А и сантерзы ситуация. Серый. Я лацал тирок пи, Ваня. Лаз буду дойди просади дяколу. Шиниш спам и дяст розовый яшка. Ладно, понесу.
Так, шака веде снуку. А еще рав купать димеры до соускат. Яка практика сгата. Мерли дин купилории. Иде за коромасом купак. Кум купак, кускащуни. Парери деру мерли туать его плекат. Пержили ди субгард майсент. Энку нук, пусть димини. Идес, да? Энку нку посел ди просади. Это черешу из трозов. Бэтко ромас, лампус, тот ее микус. Абе у метру. Шека вытаться. Сын череш, карин. 30 день крески норм. Да, это оставидес мари, но крескот. Слава дому к носу, сука. А еще щей для цары, штиущий. Лаваминин цары. Клоной тоже мне реформаторы. 30 день цары фарканализа шапидух. Я кайся рабаку. Амфакут ее кумамуня. Ампус бакус, анкалзас, колосари, да, радин щер. Дети металл и рапят, он щека пына мушеди. Шанутру. Санкалзе уляк дласариш, плюс авем титан. Кулемни. На ну вася не скос крынщубу. Не скос крынщубу, деварище. Снул фурище не вала металлолом. Это пруни листал. А еще ра мастерская. У не... И равнишь становишься, и дадим ее ко лемнариту, кенерам школар. Мама нун дай двое, не ж спунтер мупа, ни комнай анда двое. Ну не анда двое, не шла фалешть. Яка шиферу и та свари. А прапи патру дзэйсь дянь. Шмама дзэйснути бага. Ласа лэшэ дуан ферешти дакса пробушастя. А и сараевша коромас бэцалу маму не дунизу свертла. А и жену фащем умывальнику и стай мои батрын камени. Короче, штискум, я умью беску урашу натал фалешкам, а наскут, дарын куда ты, касанцележец. Касанцележец, а еще фоску пилария мела, рэдю марики, ну, маш теп там, вараш, раз, ламамуня, а еще фокут, чели мои мульти поздний, чели мои мульти движений, ше... И кумва спечал пентру мила радио марь. А муж асмадук пан ажунгла храм ларышкань. Десар ладону богачкас. Смадук амуш страгу фуган хартопсу вот язву лападури. Майдан урокам вазутка боец азжок фотбалк и храм. Ансад шам вазутка смулс боец акул. Кытвам вазутка рекунос день купилории. Ша... Я кашела мамуня, кауфос мама ас. К Сереже кутасла мама тут сокулесла фалеш. Пама розова. Шо мама я плаш ми. А ищ. Штицк пистетет я рау соби. Ну и секрет пентрувой. Яка. Тет кемер лезть антраид. Шимулц. Шимулц, Ань. Эка. Час один инди время кунспнем амуня комоду. Яка Вероника с вармя Куала Михайловна. Прима мям в отстваре, адика. Алу с вармя. Кавде стэдю рамазла мамуня. А ищ маесть особа. Калу крыль мануали факути типтимпур таблоур. Мамука Гафия. Астия. Значит, а еще Каса Мари. Уни мамуня острын с дзестря. Яра плин к шубе, к полтване андади поманы лавамень пенсать. А еще это мама мя. Интенерец на Лида сорвал мама. Анко сорвал вот. Так. Алу мамуня. Бакали, Адуса Димини, Дин Севастополь, хрустальный купят, Мишла, пляж хрустальный, лянкум парад, но суметь курубли, катера, короче, а еще и сушит у нее, как с пунецом вору, кумью под свент, каса, карю конструит, мамуня, еще крискут, ши, мамуня, шо крискут купят,
Пиш не под. Ел кордон фереште до кандидата со юмшну под. Антрецинетца таста сам гриже. Да с персонажем ваша чава. Аптику магини дям пуниш царач. Шсен лес шни его камеру саме. У не сенце лукрули ломамоня, который треб постратиш. Ес с фикса шела флешть. Тянулся легуамень, кари. И у нас мулс поличень, кари. Ансат, полосат, одиструс, значит, каище дладял, есть касалу кёке Наташа, у вершуар дядовал мамами, и буника унифости депутат пеле, раскид. Дедя есть великий чекист, предателю. Тот еще, пусть вот здесь касала. Афья, раскид, вай, пунец, пчиневая, какумка, цевь леся, я куитаться, и пич манка царамка маугли. Ну, их здесь тут трубы пекарину манка царат. Кеку лежем по мака маугли, амфилм, анцелеся. А и как акум, поц винц, у быка-то диеним, а дика сел пцент пентрумень. Каися, свин зас, а с таком... Дор, ну, подставил бы кацика динима. Шти уамень, кари со вендут. Пламы. Клитри бы ее бань. Ну, надо, да. Дор, если им посибился винзу бы кацика динима. Щелп ценно. Пентру мини, если им посибил. Ши пентру ворщу вам нормал, я сам сибор. Кубыка-то динима, ну, пать фини. Дяста. Кай Радимарь, кай Фалеш, кай Белс. Штискум. Кна мерч, шахи карю троит лацар и инцелехи ворбез. Вы инцелези скека, кай сыр маста, легаты ди 30 падзе ди дяни урм, ка стану и сыр мади пяму. Кай забору иста, кари лам вари ди во три уорь, шнума пхема вари, сварка шваще мастя. Ой, я кай еще подварат, он локу преступления, он ям факуту я. Он один щельма четкий. Линку пилорей. Дичь, а ищ дладял дичереш и ромку птюраш. А ищ ай баба наги отраеду мне за сверть. Суаралу лу стребу никаме. Ванки пыц, шо мурит нож и димов. Короче, ладно, ща пут вань лорнул. Дичь, ка нера проблеме ку газу, ку балонили. Тет лумен сад фаще ку птюраш, штец? Шам баба наги лу факут яка ищ. Идец у меня мой. Ласпать линию до посетка. Шитет фума винесла мамуня награды. Шентродзе ям факуте в операционе спечала. Кытет фума рала ной награды. Вода сама стоя, да е кубуник, аж куной трены керел. Шинка улат антродзе не отрази, то пижуля. А вем вот дворняшку, он конешор печь. Шизык так, надо план мести луба банаги. Шишти чем факут ем. Здесь анлат, ампускара, вытас ватен. Дело ной по территорию, с нункал клезя. Ампускара анликито ди шиферу ей. Шека копкил. К три ворь, к синьши рубли, ну, мать цены. Анкумпарату коруцы ди бальга, ди лут. Маму не овел насак ди чемент. Шьем фикари сарака купил. Калдаруш, а не антрас помпородничок ди фонтена сама. Пам факут его. Бальга аста ку оляк ди фын, ку чемент, шку лут. Бадат сама еще факут его. Шин фикари сара. Ну, аптекан сын ноптантим дивара. Уркам пи лабабанага. Шека видец хоягу сус. Эка кыты дивеки штара иста, да хоягу ира но. Шваспун дихи но, аму. К йоку калдарушам фикари напти и пунем. У калдаруши дихи бёнк, у калдаруши дилот. У калдаруши дихи бёнк, у калдаруши дилот. Ш, короче, ты твара амунщит. Кум ты твара, волон дизель. Шкентуанна баба наги сопкац фак фоку, хопа тет фуму трынкац. Ше Валерик, не поту, баба наги Валерик сгинде, квэ матинг соступат. Хозягу ди фунинга, ну ся муж пон лому, фрингиш курацым. Шкэн ебага лому хозягу сяла. Короче, не шнун капут лому пижматат, кюля муру етат дизюас пансус. Вот это была месть к нему отразит у баба наги пижуля.
Și ne-au făcut cu pterașul aici cu fum. Și i-am pus șlangul încă în cuptoraș, lampaci și sotochitul a rămas fără. Și pe urmă a făcut din cotileț cu ciment, unul nou, să nu-l poată spăla apă. Și acolo am găsit soluții. M-am dus la veterinar, le-am dus două șopuri de samagon. Mi-au dat vreo trei călderi de conski văzbuditele, injecții de astea prosrocene. Și le-am băgat în cuptoraș când țara e pregătit să fac foc și a dus o primă că nu buhnit cuptoraș și la plita o ajuns în, în marginea satului. То есть, ажак, я димителы строитель. Да, я как фонтана ламамуниан сад. Ащи карино. Но возуто. Я как уйтаться диптимп. Нану Сережа цыгану. Я как еще рака салуй. А стоит ты там фукут кудынс. Я штил кумалу краку табла. Кум диан дое. Короче. В общем, а еще фос школа без святого гуты. Да, стоящего нового, аста ну яра. Адика кумщего аридям вруша с шептянь. Купил рину яра. Да ну, сейчас то тет яра. Каш помаш ты. Так. Я каста ситуация с тема с приятень. Ас во филме с матерзу с ВДК и регула ларэут. Știți la monument, la izvor, unde am făcut reparații și că aici la mamă ne-am sat în șepereut. Dar trecut am fost, era cam bardac, dar azi am trecut, parcă era curățel, bravo, primăria. Văd tăchii de-o, prieteni, dacă am fost poate prea emoțional în discurs și sunt de politic, dar nu pot eu altfel. Eu am fost, sunt și o sfiută viață, sincer, cu oamenii, cu toți voi. Nu contează pe cine votați, pe cine nu votați, treaba voastră. Mulțumesc pentru reposturi, distribuiri, ca acest mesaj să ajungă la fiecare cetățean din țara noastră. Vă mulțumesc, vă cuprind, vă iubesc. Рашкана, вечером увидимся на храме. А я тут еще вокруг села поезжу, пока есть такая уникальная возможность. Все, ребята, обнимаю, пока.